Пойдешь за меня поболеть? Конечно, приду, сынок. У меня матч поважнее сегодня. Минздрав утверждает, ты сильнее без алкоголя. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Центр гигиены и эпидемиологии информирует о состоянии прививочной кампании в нашем городе. По состоянию на 2 декабря привито против гриппа более 29 тысяч человек, что составляет 44,3% от всего населения. С целью предотвращения эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, привитость всего населения должна быть не менее 50%. Неудовлетворительно проводится вакцинация против гриппа среди работников промышленных предприятий – всего 32%. Среди прочих взрослых и детей – 51%. Среди лиц старше 60 лет – 70%. Среди работников торговли – 82%. Грипп – это острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, а также нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Это единственная острая респираторная вирусная инфекция, влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни. Единственная надежная защита от гриппа – это прививка. Защитите себя и своих близких.